Всем привет, с вами Олег Цукерберг, и сегодня мы посмотрим на очередную игру, которую я вам уже обещал, она называется «Время приключений». Как помните, я уже делал небольшой обзор, но там были флеш-игры, а эта игра непосредственно для PC. Итак, давайте посмотрим, что же в ней есть. Adventure Time! Да, Adventure Time она называется. Так, Options... Давайте, наверное, музыку мы на минимум. Звук тоже, потому что очень громко как-то. Так, vibration, ну, оставим так, как есть. Ну, в общем, back, play game. В тот раз я запустил эту игру, но она у меня почему-то вылетела. И, в общем, после этого я не стал разбираться. Ну, как написали, ее надо было просто переустановить. Вот, именно поэтому я сейчас... Именно поэтому сейчас вы видите, как бы, так скажем, старые еще сохранения. Но я там даже не успел и шага сделать. Шага сделать. Блять, что со мной такое? Так, можно играть за самого, значит, главного героя, потом за какую-то плюшку, ну, скорее всего, принцесса, и собачка, это его. Так, ну давайте, наверное, за главного героя поиграем. Playing game. Музыка в стиле 8-бит. Ясно, в общем, это принцесса... Принцесса Бубульгум. Ну, в общем, мы не будем вникаться, так скажем, в эту историю, потому что и сам мультфильм надо бывает, одна серия, там просто не пойми про что. Ну, в общем, у нее какие-то там проблемы, да, как я понял. Так, давайте посмотрим просто геймплей, не будем ее проходить, как бы, а просто пошаримся туда-сюда, зайдем, посмотрим, что есть. И вообще, мне просто самому интересно, что же это такая за игра. Так, ну, как видим, графончик тут, конечно, не блещет. While moving around, watch out for pits, and the easiest, if you remember to hold, give it a shot. Try defeating these prisoners for me. Do your best. О, теперь мне надо драться, да? О, ну вот, у меня меч кровавый. Ну, почему только он мигает, я не пойму пока. Так. На, получи тебе. На. Это ее типа, какие-то охранники, или что это? Почему они появляются? Возле нее. As you fight things, notice your imagination meter increases. I'm not sure why. Special attack, но это, видимо, обучение какое-то. Oh, geez. See? More prisoners. May as well try out the bamboo pole. Ну, давай. Ну. Что-то как-то не радует меня пока эта игра, если честно. На. Давай, давайте уже кончайтесь. Сколько у вас там? Может, не, можно дальше пройти. Давайте посмотрим. Может, меня дальше впустят. Куда? Знать бы, куда еще дальше можно уйти. А сюда нельзя куда-нибудь? Так, ну типа там он падает. Окей, так. А... Смысл-то тогда в чем? Давайте к ней тогда подойдем. Видимо, это настолько... короткая игра, что здесь просто меняется только локация и все, а остальное в принципе тут. Так, вот здесь вот что-то у нас загорелось. Зачем это надо? Бум-поле какое-то. Ну-ка, может они взрываются сами, когда сюда подходят? Нет. В общем, что-то мне не очень как-то нравится эта игра.
Я даже не знаю, что по ней можно сказать такого. Может, какой-то упоротый фанат, конечно, и будет в это играть, но это как бы не про меня. Да на чем вообще от флеш-игры ничем не отличается? По-моему, во флеш-игре даже были какие-то поинтереснее даже какие-то задания, чем... Ну вот смотри, ну это все, что я делаю уже в течение, не знаю там сколько, какого времени уже. И нового ничего не предвидится, похоже. Не, короче, ребят, это скучная игра какая-то. Не знаю, мне она не понравилась. В общем, давайте спрыгнем и посмотрим, что будет в конце. Два, три. Ну, типа, не беспокойся, приключение можно начать все заново, типа того, она, наверное, говорит. Оу, я опять здесь появился. Да нет, я не хочу играть в это. Я хочу спрыгнуть. Бежим отсюда. Мне не нравится эта игра. Пошли отсюда все. Вот в эту яму я еще не прыгал. И здесь, кстати, Финн какой-то, он злой. Да не надо мне ваши восстановления. Коллекшн давайте посмотрим. Так. В общем, мне эта игра не понравилась, поэтому я ее... себе не оставлю, я сейчас после выхода ее просто, эту игру удалю как бы. И больше никогда не буду ее запускать, думаю. Так что вот как-то вот так. А давайте посмотрим, что еще умеют делать другие персонажи. Сейчас попробую перезапустить ее. Да, и кстати, после перезапуска появились какие-то новые герои. Вот еще Пингвин, у него такая немецкая еще фамилия или имя. Какой-то президент Линкольн, какая-то конфета, ну, опять же, пончики и все дела. Ну, давайте им еще поиграем, посмотрим, что он умеет делать. Хотя, опять же, тут много кнопок и не нужно особо, поэтому, наверное, кроме удара... Так, ну, здесь, наверное, тоже локация замкнутая, поэтому... Далеко тут не убежишь. Ну да, как видим, то есть тут тоже уже типа какие-то деревья и прочее поебень. Так, ну-ка. Ну давай хоть ударь его, что ли. Тайл. Ну и что вы от меня хотите? Кого здесь пиздить надо? Так, чтобы пройти мне дальше. Так, я не понял что-то. Может, каждый раз в каждой локации какие-то новые за... А, вон, я все понял, да. Надо вниз спуститься. Видимо. Но вниз он не хочет, поэтому мы вверх пойдем. Так, и... Ну, и тут ничего нет, тут вообще ничего нельзя почему-то делать. Ладно, давайте выберем последнего кого-нибудь, там, не знаю, пингвина. И посмотрим, что будет в той локации. Ну, в общем, пингвинам здесь то же самое. Лазить почему-то именно здесь нужно. Опять же, те же самые границы, и ни хрена этот пингвин даже и не делает. В общем, я не хочу даже разбираться, что тут делать. Она какая-то, знаете, очень нудная игра такая. Были бы какие-то хоть действия, что ли. Ну, абсолютно ничего не помогает. Ну-ка, давай. Take the dog. А, это я, твоя собачка. А, я типа передал правление. Вот-вот-вот, что-то интересное прошло. Я типа готов, да, я готов. Ну и спасибо. Пошла отсюда, тварь. Так, что я должен сделать? Токенс. Я не понимаю, что они хотят. Enter. Может, 0 надо нажимать или что? Ну, блядь, эта игра какая-то непонятная. Вот только... Так, давайте. Нет, мышка тут вообще ни при чем. Почему-то она никак не действует. Ой. Так, давайте сюда пройдем. Так, ничего. Давайте просто End нажмем. И, в общем, надеюсь, что продолжим играть, и там что-то хоть будет. Может, там кататься на машине можно будет какой-нибудь. Так. Ну вот, да, я примерно так его удары рассчитывал.
И, в общем, ничего интересного нас здесь тоже не ждет. Очередное подземелье, те же самые скелеты, только уже в другом немного обличии. Какая-то хрень там, ну-ка давайте до нее дойдем, посмотрим, что из этого получится. Здесь нельзя проходить. Так, куда вот зайти? Вот сюда, наверное, вот. О, это что-то, это нам, наверное, можно взять. Ну, в общем, на пробел здесь все хватать и разговаривать с остальными. На. Ван, вот, и она нам тоже дает всякие фрукты. А, это типа жизни у нас, это что-то типа того. В общем, я не знаю, мне что-то эта игра какая-то как-то не очень нравится. Хотя, конечно, нарисована она прикольная и все такое, но... Блять, она какая-то скучная. Или я сегодня какой-то скучный, что-то я не знаю, мне... Мне как-то эта игра уже быстро надоела, хотя я почти в нее не играл. Оу, круто, что-то я схавал. Так, опять жвачка какая-то, давайте посмотрим. Нет, это ничего не помогает. В общем, выхожу я из этой игры. Моя оценка этой игре... Ну, нет, хотя я оценку не буду ставить, потому что у каждого как бы свой вкус. Кому тот скажет, это да, это все 10 баллов. Тот скажет, это отстойная, ни о чемная игра, которая... Ну, флеш-игра, даже вот как я говорил, мне больше понравилась. Мне больше понравилась именно флеш-игра. Какая-то там была, в общем. О, да представьте себе, пока я завершал этот обзор, я перешел в следующий уровень. Ничего себе, я так могу все пройти. Да, ну, в общем, мне не понравилась эта игра. Поэтому, если хотите, скачайте, посмотрите, что же это такое. Непонятное. Ух ты, меня еще первый раз задели за всю игру. В общем, мне кажется, она легкая, ее можно очень быстро пройти. Может, дальше, конечно, будет что-то еще более интересное, но на начальном этапе, я не знаю, здесь ничего такого особого нет, чего я бы сказал, вау, вот это вот круто, это классно. В общем, с вами был Олег Цукерберг. Подписывайся на канал. Так. О, ну-ка, супер удар. О, да. Сейчас я последнего вот супер ударом добью. С вами был Олег Цукерберг. Подписывайся, ставь лайк. Всем пока. Нет, стойте. Эх, я хотел классно закончить. На, подписывайся, ставь лайк. Всем пока.